Коронавирусы, для человека встречается с ними не первый раз. Это уже 7-й коронавирус, который патогенен для человека. 4 из них были сезонные, 2 SARS и MERS сезонными не являлись, хотя при этом были особо опасными. SARS-CoV-2 – это вирус, который объединил оба этих свойства. С одной стороны, он является особо опасным, с другой стороны, он останется с нами навсегда. Поэтому говорить о том, что вирус SARS-CoV-2 в какой-то момент по мановению волшебной палочки исчезнет, это невозможно. Но сама пандемия, то есть эта текущая ситуация, когда постоянно есть масса ограничений, каждый день происходит очень значительное количество, и каждый день, собственно говоря, даже во всем мире увеличивается количество случаев инфицирования, это, безусловно, прекратится. Как только либо переболеет значительное количество населения, а также благодаря вакцин будет сформирован достаточный коллективный иммунитет после начала массовой вакцинации. Поэтому вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Когда? Уверен, что в 2021 году.